товарищам радостную весть. Сервис потрясающий в интернете есть. Сервис потрясающий в интернете есть, чтоб сообщить товарищам радостную весть. Поделиться новостью все подряд хотят. День рабочий полностью в Твиттере сидят. Да, день рабочий полностью в Твиттере сидят. Поделиться новостью все подряд хотят. А порою в Твиттере вот еще напасть. Граждане отдельные критикуют власть. Граждане отдельные критикуют власть. Вот ведь огорчение, вот еще напасть. Говорят чиновники. На гадости не твить, а не то придется нам Твиттер отменить. Можем окончательно Твиттер отменить. Твит, товарищ, радости, а гадости не твить. По такому случаю с ночи до зари в Твиттере хорошие вещи говори. Не ругай правительство, а иначе друг. Твиттер, до свидания. Сегодня самый сложный кружок. Там гейзер, есть мнение, целый гейзер. Бушует, кипишует интернет. Кто хвалит, кто ругает, а кто закрыть мечтает, а кто готов полцарства за билет. Но копия там гейзер, есть парочка претензий. Кричат, мол, стеновато, ерунда! И режиссеры в зале под белые ручки взяли и повели до здания суда. Ох, опера Тангейзер, да у режиссера свой особый взгляд. Но оперу Тангейзер, а оперу Тангейзер показывать Сибири не велят. Показывать Сибири не велят. Это же Вагнер, чистый Вагнер. Искусство непонятно и даже неприятно. Зачем же сразу спорить, обещать? А мы скажем по секрету, таких законов нету, чтоб зрителя в театру не пущать. На оперу Тангейзер есть тысячи рецензий, но критикам такой дадим совет. Хотите, не хотите, сам разберется зритель, идти ему на оперу или нет. Переведите сейчас, переведите эту песню на все европейские языки. Давайте. Французский, испанский, чешский. Главное, ребята, сердцем не скучать. Бьют на страны НАТО, значит, надо отвечать. Только вы полеты запретили добролету. Мы в ответ Европу будем огорчать. И вот европейский любой самолет к нам залетать не моги. Под крылом у Люфтганзы теперь не поет зеленое море тайги. Под крылом у Люфтганзы теперь не поет зеленое море тайги. Даже если летчик новый курс найдет, на часа четыре опоздает самолет. Выйдет из салона, матерясь и спотыкаясь, очень недовольный деловой народ. И вот европейский любой самолет к нам залетать не моги. Под крылом у Люфтганзы теперь не поет зеленое море тайги. Под крылом у Люфтганзы теперь не поет зеленое море тайги. Комиссар в Европе пальчиком грозит. 33 несчастья обещает поразит. Только кукиш с маслом он от нас словой получит. Кушай на здоровье и финфет разит. И вот европейский любой самолет к нам залетать не моги. Под крылом у Люфтганзы теперь не поет зеленое море тайги.
я об удачный полет. Дело случая, как шагнешь за порог, всюду иней, а навстречу пилот синий-синий. Самолет, добролет, весь крепучая, об удачный полет. Дело случая, как шагнешь за порог, всюду иней, а навстречу пилот синий-синий. Пенька вас кормить и жестко запретили по 200 накатить. И кресел не хватило на всех, кто сесть хотел. Да, я в результате стоя до Тюмени долетел. Yeah.
помнишь цену 90. Тоже было нелегко. Да. Было в 60 непросто. Горевали глубоко. А теперь по всей России вой скрежет, посмотри. Счастье для мальчишек и девчат. Да, Путин, Путин обещал Рунет не трогать. Значит, враги нас с тобой не отключат. Все люди в нашем интернете. Расслабься, выдыхай. Свободным будет доступ к сети. Скоростным Wi-Fi. Свободный доступ к сети. Свободный доступ к сети. Свободный доступ к сети. И скоростной Wi-Fi. Твиттер, Фейсбук. Поступил приказ не трогать. Значит, рано. Рано вещи собирать. Можно дальше на работе не работать. Лайк. Гуглить, шмуглить, просто в танчики играть. Все люди в нашем интернете. Расслабься, выдыхай. Свободный будет доступ к сети. И скоростный Wi-Fi. Свободный доступ к сети. Свободный доступ к сети. Свободный доступ к сети. И скоростной Wi-Fi.